Получилось так, что наш выход в открытый космос с Алексеем совпал с юбилеем Алексея Архиповича Леонова, человека, который первым в мире вышел в открытый космос. И, естественно, нашим желанием было посвятить этот выход в открытый космос, 46-й выход российского сегмента Международной космической станции, ему. И мы захватили портрет Алексея Архиповича и развесили его рядом с выходным устройством шизового отсека российского сегмента. Уважаемый Алексей Архипович, от всей души поздравляем вас с вашим юбилеем. Сейчас вы с нами здесь, в открытом космосе, и на протяжении всего выхода вы будете с нами. Мы вам желаем крепкого космического здоровья, благополучия, жизненных сил, всех благ и всего-всего самого наилучшего. С днем рождения, Алексей Архипович. И более того, на рамках наших скафандров приветственные слова в ваш адрес. Леонов номер один и с днем рождения, Алексей Архипович. Я надеюсь, вы увидите наши рамки. С днем рождения, Алексей Архипович.